Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Приехали сегодня с Юрком наконец-то открывать сезон. Я испытываю свой новый телефон, точнее камеру нового телефона. Специально брал, чтобы снимать на природе. И старался брать с хорошей камерой. Вот. Можете посмотреть заодно, как снимает. И прошло и 5 минут. Юрка, первая находка. Сразу выкинул земельку. И открылась вот такая красота. О. А здесь, скорее всего, ранний советик. Сейчас посмотрим. 1931 год. Приятно. Поздравляю Юру с открытием сезона и первой монеткой. Мелкая, надо покрупнее. Надо покрупнее. Ну, сохран посмотри. Довольно хороший сохран. Хороший сохран. Вот. Начинаем искать теперь более внимательно. Очередная, друзья, находочка. Ходим уже около часа. Погода абы что, ветер сильный. И выпадает еще одна копеечка 1937 года. Такой гербик, сохран, конечно, шикарный, но грязь на полях, грязь, все грязно, ходить невозможно. Вязнешь в грязи, сыро, грязно, мокро. Походим еще немножко, попробуем. Ну вот, комрады, походили мы пару часиков. Сразу скажу, ходить очень тяжело. Болото. На поле конкретное болото. Просто хочешь что-то выкопать, и пока копаешь, у тебя засасывает сапоги. Ну, в итоге нашли 3 монетки ранних советиков. 2 по 1 копейке и 1 двушечку. Больше особо находок не было. Ну, по шмурдяку там немножко нашли обломки латунных ложек, ручек. Но это даже не снимал, потому что руки грязные, все грязное. Реально очень неудобно. Такие вот красивые места. Сюда на это поле даже не залазили, потому что сюда не зайти. Ну, это все. Уже, думаю, неделю через 2 можно будет посетить и походить. Вон Юрка что-то копает. Все никак не может накопаться. Ну, а так вот, вода, вода, снег. На этом, друзья, буду заканчивать. Открытие сезона прошло, считаю, отлично. Воздухом подышали, охоту согнали. Оставайтесь на канале,
Дальше, я думаю, будет намного интересней. До новых встреч, всех благ вам и вашим близким.